Мне кажется, если уж выбирать самое зло из всего того, что существует, а зла много существует, наверное, для меня самое главное зло – это ложь. И ложь самому себе, скажем так, да, когда ты живешь и притворяешься, и делаешь все неправильно, и, соответственно, лжешь всему остальному миру. Вот это самое страшное, что может быть. И страшное потому, что жалко людей, которые проживают не свою жизнь, которые делают какие-то неправильные вещи из-за этого. Нужно быть открытым перед собой, и тогда ты будешь открытым перед обществом, и, возможно, жить будет гораздо проще, удобнее и интереснее.